Республику северян предупреждают о том, что морозы до минус 50 градусов продержатся в округе как минимум до 23 января. Всем привет! Необычное видео о жизни автомобилистов на Ямале. Оно будет интересно не жителям Ямала. В общем, на улице за 40 сегодня. Холодрыга вон. У человека что-то с антифризом, видимо. На улице вот такая температура. Обратите внимание на температуру двигателя. Он укутан со всех сторон. Тем не менее. Вот, чтобы не... Не думали, что обманываю. Вот реальная температура. Вот еще один сервис. Видите, да? А машин, как видите, много ездит. И на заправку сейчас заезжает вон машина. И так ездят. И фуры вон везде. Вот так и живем. Такая вот фигня. Короче, вместе с кружкой, кружкой кипяток от мороза отвалилась. Нет, я сам не местный. Понял. Ну вот, хотя бы это можно. Thank you.
видно. На камере даже лучше видно, чем в реальности. Ребята, хотел вам рассказать, что творится у нас тут минус 50 градусов и сколько тут единиц техники. На данный момент два заглохших экскаватора, бульдозер. Вот там за бульдозером не видно, в темноте там еще один экскаватор стоит. Топливозаправщик, вахтовка одна, вахтовка другая, кран, длинномер, орок, четыре вагона и я человек народа. Желаю вам удачи, благополучия, любви и самое главное в наше трудное время это здоровье минус 50 градусов. Замерзла. Вот так вот машинка греется от розетки. Спиртельный мат. Центральный замок помер. Дверь не закрывается. Бортовик что-то пищит. Педаль замерзла. Стартер. Не могу показать, сколько градусов. Все замерзло. Минус 40 зашкалило. Я сцепление отпустил. Что-то масло не тухнет. Понятно. Здесь 10 уровень масла есть еще. Он не горит. Что уровень в норме? Лампочка моргает, потому что машина потравит. Лампочка моргает, наверное, потому что вязкость херовая. Я надеюсь. Температура двигателя где-то 70. Это из-за подогрева. Напрягает моргающая лампочка, если честно. Машина на подогреве стоит часа 3 уже. Повторюсь, на улице очень холодно. Короче, ЖК все замерзло, там 41 показывает. Ой, 40 градусов ровно. Ну, ниже не показывает. Ну все, лампочка давления потухла, но машина подтраивает еще. Подушки двигателя все этот замерзли, вся вибрация на кузов передается. Thank you.
Все, походу, Бобик сдох. Это приборка что-то моросит, тарахтит. Все, короче, походу я не заведусь больше. Либо что-то отхлебнуло, либо генератор просто зарядку не дает. Аккумулятор кончился. Печально, печально. Ладно, выйдем через полчасика. Что, так и не завелся, что ли? А? Не завелся? Я подогрел его. Ну этот я видел еще вчера, завели. Ох ты, где ключи от машины? Мужики вчера вот этот грели, вот этот один завели. Вот так вот укутывали, пушками грели, подогревом поставили. Специально для вас купил. Это в машине столько. Ну, примерно на улице так же. Обратите внимание, это после подогрева. Винки замерзшиеся. Все, теперь тачка. Часик не работает. Да, потом только поехали. Вот сейчас у вас уехали. Сейчас посмотрим. А, вот такая вот штука бывает. Обычно еще сверху видно. Температура почти 90. Все это время на первом положении. Стоит. Температура в машине минус 12. У меня есть волшебная кнопочка, здесь ее нажимаешь, включается дополнительная электропомпа. А теперь на ответ на вопрос, что же было, почему машина не заводилась, вернее завелась и заглохла. Замерз аккумулятор насмерть. Я его занес домой. Почти сутки он стоял в тепле. Ну и, видимо, когда размораживался, поломала пластины и все, и замкнул аккумулятор. И вчера я купил новый аккумулятор. Сейчас проблем нет. Но стоит отдать должное, что тот аккумулятор только у меня 3 зимы проработал, и никаких проблем не было. Так что считаю, это, ну, нормально. Кстати, от нового аккумулятора ключи, потому что снимал. Некогда было это укладывать в морозяку. Интересный момент. Надо еще не торопясь поехать, а ступицы замерзли. То есть я сейчас немножко с сцеплением играюсь. Это без тормозов машина сама останавливается. Подвеска по-прежнему колом. Колеса тоже квадратные.
машины и люди ходят. Ну, возле КБ еще бы не ходили. Таксист едет, но я не могу стартануть так быстро, чувак. Так что давай, проезжай. Наступающим всех! Спасибо всем, кто присоединился к нашему каналу в этом году. Не болейте, не тупите. Еще раз всем спасибо и пока.